мертвая сущность, ну уже душа или что там было, внутри живого организма, ну человека, я так понимаю, может быть животного даже. Так, друзья, поставил свет в том углу. И сейчас мы будем смотреть, что здесь под этими досками. Кто вас проклял? Всем привет, друзья! Сейчас я отправляюсь в дом колдунов. Там жило два колдуна, это мужчина и женщина. Почему я туда, друзья, возвращаюсь? После того, как в закрытом сарае я услышал хрип, там даже не хрип был, там что-то похожее было более на стон, услышал какой-то стон, то ли рев какого-то зверя. Я решил, что здесь что-то есть по-любому паранормальное, потому что так как эти люди занимались черной магией, я взял с собой ЭГФ, а также взял свет с фильтром плюс свисток. Если не будет ничего происходить паранормального, то попробую провести сеанс со свистком. А позже установлю две камеры в доме, не знаю, вот либо в сарае, либо в доме. Ну, в общем, сейчас решу, потому что я уже рядом. Сейчас я подойду, все осмотрю и буду приступать. Я сейчас здесь разложил свои вещи. Кто говорил про два рюкзака, друзья? Это мой основной рюкзак, там ЭГФ, здесь штативы. Вот за этой дверью в прошлом видео я слышал жуткие какие-то, не знаю, звуки какого-то зверя, стон, что-то подобное. Ну а дома особенно ничего не происходило, внутри дома вообще ничего не происходило. Только я услышал грохот, когда находился уже в этом сарае. Я услышал грохот в доме. Вот, собственно, вот этот ящик, который похож немножко на гроб. В первом видео я немножко напугался. Я, ну, сразу не понял, что такой скример вылез, вот этот. Это соты и два маленьких улья. Похоже на глаза, нос. А вот здесь я вот это не понимаю, что-то дохлый, какой-то зверек. Как он сюда пробрался, или кто-то его специально сюда закрыл, я не знаю. Вот. Тут я пролазил, сегодня я также здесь полезу. Сейчас дождусь более темноты. И тогда полезу уже туда. Сейчас зайду в дом. Покажу вам, кто не видел, что там внутри находится дома. Кстати, там я вижу домики с ульями. Сейчас зайдем в дом. Здесь, конечно, все плачевно. Все разваливается. В первом видео я спускал камеру в подвал, так как не понял, почему здесь два слоя полов, но оказывается, что там ничего нет. Может быть, завален ход, я не знаю, может, дальше что-то туда есть, но это нужно копать, лезть туда. Если есть, то здесь должен быть подвал. В общем, вот такой вот дом. Здесь реально опасно даже находиться, потому что в любой момент может все рухнуть. Вижу, что это, что-то находится.
вот так понаблюдать. Кстати, я в этом сарае еще был. Нужно будет заглянуть в этот сарай. Все хрустит. Так, сейчас идем проверяем второй сарай. Тут, конечно, все плачевно. Полный обвал. Полнейший. Так. Еще, наверное, побуду до того, как потемнеет. Как только потемнеет, я полезу сразу в тот сарай. Ну это точно, мне сейчас не послышалось. Это мои следы, единственные. Если был бы какой-нибудь зверь, то по-любому бы я бы его услышал. Тут тоже следов нет. Не знаю, друзья, может быть, и не придется мне ждать, потому что вот сейчас здесь было звук четко за этой стенкой. Сейчас реально что-то там конкретное. Так не понял, где? В самом доме.
сейчас вот это здесь мышь или крыса. Пойду, наверное, приступать. Включать ЕГФ, ставить фильтр. Свисток пока не буду применять, думаю, что он и не понадобится. В общем, сейчас я полезу обратно туда, в тот сарай. И буду проводить сеанс ЕГФ. Немного стемнело. Пока я пытался, я хотел здесь установить камеру, чтобы она снимала как бы этот сарай. Но я находился пока в том. Но фотоаппарат не воспринимает у меня карту. Не понимает. Это после падения, после того падения в доме ведьмы. Вот, у него такие глюки. Поэтому я решил, что вот этот фотоаппарат я буду использовать в качестве вспышки. Ну, как и раньше. Так вот, друзья, я сейчас расчистил проход. Сейчас буду туда кидать первые штативы, ЭГФ. И уже потом... И уже потом полезу сам. Сейчас, друзья, включу свет. Поставлю здесь ЭГФ. А, кстати, сейчас включу свет. И писали в комментариях, что, возможно, может быть, под этими досками какой-нибудь проход, либо туннель, либо колодец. Потому что вот здесь лежит лестница. Но сейчас я включу свет, и мы все посмотрим. Так, друзья, поставил свет в том углу. И сейчас мы будем смотреть, что здесь под этими досками. Вот лестница веревочная. Нужен будет еще, наверное, один дополнительный свет. Сейчас посмотрим. Нет, друзья, здесь пусто. Просто какой-то полуящик. Для чего эта лестница, я не знаю. Может, она где-то применялась в другом месте. Сейчас, друзья, все обратно, ну, более-менее так сложу. Ставлю ЭГФ. И буду проводить сеанс. Блин, здесь гвозди. Нужно быть поаккуратнее. Пока что еще на улице не сильно так уж темно. Так, эта камера у меня будет на вспышку.
Там какие-то шорохи, но это походу мыши или крысы ползают. В общем, сейчас буду пробовать. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Да. Кто вы? Вы семья? Вы та семья с этого дома? Вы хозяева этого дома? Да. Почему вы остались в нашем мире? Почему вы остались в нашем мире? Проклятие. Кто вас проклял? Кто вас проклял? Нет. Вас не прокляли? А что тогда случилось? Я так понимаю, вы сами себя прокляли? Да.
Это было связано с черной магией? Вы проводили здесь ритуалы именно в этом месте, где сейчас я нахожусь? А что тогда здесь происходило? Почему здесь цепи? Сдерживал что здесь? Что вы здесь сдерживали? Живого зверя? Вы здесь держали живого зверя? Мертвый внутри. А этот зверь еще здесь? Этот зверь еще здесь? Вспышка. Почему не работает вспышка? Вы еще здесь? Вы еще здесь?
Вы еще здесь? О, нет. Телефон. Друзья. По ЭГФ мне больше никто не отвечает, а батарейки у меня уже почти нету. Блин, телефон фокусный. Вот, мигает. Запасных аккумуляторов нету, поэтому сейчас... Поэтому, друзья, сейчас я отключаюсь. Смысла уже здесь нет находиться, потому что у меня телефон скоро разрядится. В общем, друзья, я не знаю, как сейчас будет меня хорошо слышно или нет. Но... Я еще не отошел от дома. Не так далеко, вернее. В общем, что, друзья, вывод какой? По ЭГФ, я так понимаю, ответили мне, ну, как они представились хозяевам этого дома. То есть это те два человека, которые жили в этом доме, два колдуна. И то, что они проводили ритуалы. Но ритуалы они проводили не в том сарае, где я был, где были цепи. Там они, как сказали, что сдерживали какого-то зверя. Я сначала подумал, что живого зверя, ну, какого-нибудь домашнего зверя. Но, как они сказали, что мертвый внутри живого. Или как-то так они выразились, что типа это было одержимо, я так понимаю, что мертвая сущность, ну уже душа или что там было, внутри живого организма, ну человека, я так понимаю, может быть животного даже. Толком не разобраться. Я хотел провести, ну, провести сеанс ЭГФ уже в доме, но я провел, но там была тишина. Никто мне так и не ответил. И уже под конец, когда уже я был в сарае, уже мне не отвечали. Интересно, вот где они проводили эти ритуалы. А, вот там бы, я думаю, точно бы что-то было бы по ЭГФ. И кто-нибудь со мной вышел бы на связь. Я не знаю, конечно, вышел бы или нет, но больше было бы шансов. Но я не знаю, где это место находится, где они именно проводили свои ритуалы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, на группу ВКонтакте и на Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Всем пока.